не бойся, во-первых. Во-вторых, ну, в смысле, это невозможно не бояться. То есть всегда, то есть, ну, страх высоты — это абсолютно нормально. Тебе надо просто понимать, что сейчас ты, ну, то есть прыгаешь не просто с обычной крыши. Ты прыгаешь, то есть, на веревках, на системе, на карабинах, в обвязке. То есть прыгали люди до тебя, будут прыгать и после тебя. Прыгали люди, которые 120 килограмм весят, ничего страшного. То есть снаряжение готово к таким нагрузкам и рассчитано даже на большее. Поэтому сейчас тебе надо просто отбросить свой страх, то есть побежать, прыгнуть, получить удовольствие. Ты для этого сюда пришел. Страх пока не дает тебе это делать. И чем дальше ты будешь стоять, тем страшнее тебе будет становиться. Ты готов?